В Якутске вручили ключи от новых квартир жителям аварийных домов, а также детям, оставшимся без попечения родителей и сиротам. Новый дом на 190 квартир возвели по улице Бабушкина, 12/3. Вместе с тем, в День России, 12 июня, в Якутске пройдет новоселье еще в одном доме. Добавим, что на сегодняшний день в Якутске расселили 226 аварийных домов. Наш дом снесли, нам, конечно, пришлось маленько подождать. Ну, мы рады очень, что все вовремя нам дали эту квартиру. Квартира теплая, я вижу, светлая. Лучше желать вроде бы нечего. Где проживали раньше? Проживали мы на Сверлова, 18, квартира 12. Дом пошел под снос, и вот нам дали квартиру. Семья у нас большая. Дочка, сын, еще один сын.